Короче, прямо сейчас по мне прополз крокодил. А путешествие это началось с того, что Саша Мачульский спросил меня: а не хочешь ли ты понырять с крокодилами? Я ответил: Саша, конечно хочу. Но сначала мы поехали на Кубу. В Гавану. Где гуляют красивые мулатки, где все легко и очень просто, и где живут самые беззаботные люди на свете. Что-то тут столько всего вкусного, даже не знаю, что выбрать. За спиной Гавана. Мы едем на Шевроле 50-го года в страну под названием Мексика. Опа! Вот это вот крокодил, а это пампа чинчора в Мексике. Я говорю: Саня, возьми полотенце, Геннадий просил. Чебурашка, говорит, принеси мне полотенце. Вылез, врыл и тыщет камерой. Санек, блин, это вообще... Смотри, чтобы он тебя чебурашкой без ушей не оставил. Когда в очередной раз, проснувшись в холодном поту среди ночи, ты вдруг понимаешь, что страх контролирует твои поступки, сознание и жизнь. В списке своих кошмарных снов ты выбираешь самые жуткие из них и заставляешь себя спокойно, уверенно, с легким сердцем, преисполненной решимости и почтения, встать, пойти и заглянуть в его бездушные глаза. Чуваки бесстрашные, они не боятся ни хрена, даже крокодила. Я туда не полезу, не смотрите на меня, что я мокрый.